Всем большой привет, друзья. Настал наконец-то этот момент, когда мы готовы разыграть футболку Ольги Ефимовой по итогу ее интервью. Оля, ожидал ли ты, что такая будет обратная связь в вашем творческом задании? Напомню, надо было написать поздравления и пожелания в день свадьбы. Много ли времени потратили, когда выбирали? Спасибо всем большое, спасибо, Кирилл, за то, что мы вот наконец-то дошли и сейчас будем разыгрывать эту футболку. Она уже очень давно ждет своего нового обладателя. Надо сказать, что он уже есть. Да, он уже есть. Это небольшая интрига. Я бы хотела поблагодарить всех болельщиков. Была очень большая, огромная связь. Я всех благодарю, когда мы читали комментарии. Это было прям невероятно круто. Классные слова, очень творческого, многие подошли. Действительно, был сложный такой момент выбрать один. Мне кажется, если бы у меня было куча футболок, я бы все раздала. И вообще было очень здорово и круто. И спасибо вам большое, дорогие болельщики. Но... Ну и так? Да, но, как в любом конкурсе, не бывает много победителей. И все-таки мы решили выбрать один, который сочел в себя много факторов. Это и связано с волейболом, с любовью к волейболу. К улице, и, конечно же, творческий еще такой подход, поэтому... Прямо сейчас вы увидите победителя, всплывает этот замечательный комментарий. Девушку зовут Алина, поэтому мы вас поздравляем. Следующая футболочка у нас разыгрывается Павла Тетюхина, а дальше еще будет много всего интересного. Так что, Алина, поздравляем вас, а всем остальным желаем дальше удачи. Всем большое спасибо. Пока.